ебаная ты по голове! Ты наркоман, что ли, сука? Ну что, всем здорово, наконец у меня появился интернет, я могу выложить новое видео. Итак, сегодня у нас 7-я миссия игры Hero Quest. Как всегда, выбираем нужную магию и выбираем миссию Каменный Охотник. Личный волшебник Императора Карлен исчез. Император опасается, что его убили или он поддался соблазну волшебства хаоса. Ваша задача найти его и доставить обратно. В случае успеха, каждый из вас ждет награда в 100 монет. Так, начинаем. По-моему, если я не ошибаюсь, именно в этой миссии есть очень замечательный баг. Ну, о багах я сниму отдельное видео уже в конце всей серии Hero Quest, дабы у вас была возможность или по-нормальному пройти эту игру, или же самим найти этот замечательный баг, замечательный косяк, который позволяет вам вообще особо не пройти до конца оставшуюся игру. Ну что, наверное, на этом болтовню свою закончу. Ничего нового здесь вы особо от меня не услышите. Может быть, когда-нибудь сниму видео о своем путешествии в Сибирь, если все навалится. О своем не то чтобы путешествии, а переезде в Сибирь. В западную. Ну ладно, давайте, смотрите. Пишите комменты. Может быть, по пути что-нибудь еще скажу.
Ну вот, собственно, и развязка нашей истории. Этот зомби и был Карленом, которого мы так долго и усердно искали. Заклинание хаоса превратили его в этого самого зомби, а мы его пиздили и убили. Открываем сундук, получаем 200 монет и спокойно возвращаемся назад к нашей лестнице. Заканчиваем этот уровень.
Thank you.
Ну вот, товарищи, на этом заканчиваем. Спасибо вам всем за внимание. Давненько я ничего не выкладывал в сеть. Ну, надеюсь, сейчас буду выкладывать. Единственное, что ноут слабенький у меня просто, поэтому конвертится очень медленно и долго. Поэтому все равно буду тратить большое время на то, чтобы видео новое выложить. Все, всем счастливо, всем пока, до новых встреч.